Как давно вы переболели и почему решили привиться? Да, я сегодня привился в городской поликлинике номер 18. Спасибо за организацию вакцины «Спутник Ви». Если честно, конечно, я боюсь принести домой родителям, близким. И надо беречь. Мы часто сталкиваемся, у нас в Республиканской больнице можем разные инфекции принести домой, поэтому я сам болел буквально 7-8 месяцев назад. Сейчас я проверился, иммунитет слабый, практически его нет против ковида, поэтому я призываю всех моих коллег привиться, защититься и защитить целую большую команду, в целом обрести популяционный иммунитет. Будьте здоровы, берегите себя.